Так, доброе утро, товарищи. Степан, привет. 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 Вирусь, привет. В общем, этот день настал. Привет. Этот день настал. Мы сегодня занимаемся чем? Мы заниматься сегодня будем обустройством вот этого помещения, потому что пока уютом тут и не пахнет. Да. Мама, вот, будем заниматься сейчас. Меня даже температура моя не останавливает. Мебель вчера пришла. Люстра пришла. Сейчас все это будем. Шторки у меня уже сняты и отданы, должны подрезать. Так что заберем, тоже все сделаем. Решила вопрос вот с этим коричневым карнизом. Сейчас муж приедет, спрошу, можно так или нет. Потому что я прям не могу, он мне не нравится. Да, Степа построил, какой Степа молодец. Вот, Ромки у нас пока нету, папа за ним поехал. Рома у нас участвовал в лыжной гонке в школе. Хорошо катается на лыжах и коньках. Ну, я вообще ждала. Сейчас я покажу, что у меня уже готово, что будет здесь. Ну и потихонечку будем делать. Да. Денежку нашла? Да. Хорошо. Поэтому так, второй раз я так радоваться буду, девочки, это, наверное, кухню мне когда-нибудь сделают. Поэтому давайте покажу, что я купила сюда. Смотрите, что у меня есть. Варежки мои, Степа, не надо. Степа у нас вещи уносит в стиральную машинку стирать, а варежки мои не надо. Вера тут у нас пакостит. Смотрите, что я купила. Хлопок. Вазочка у меня была. Хорошо, хорошо. Так, постеры, но у меня рамки больше. 3 постера я купила, заказывала на Wildberries. Очень мне понравились. Они пойдут вот на эту стену. Рамки черные у меня есть, как вы понимаете, хлопок и хлопок. Так, но так как рамки больше у меня гораздо, я купила подложку в виде вот таких белых листов. Все покажу с вами, как сделаем. Там у меня пока фотографии, но я решила фотографии убрать, потому что там не хватает и Веры на этих фотографиях, поэтому будут постеры. Да, люстру все мы заказали, сейчас все-все-все вам потихоньку буду показывать. Вот так, беги давай, беги. Папа сейчас приедет. Вот так у меня выглядят фотографии. Мы ходили на фотосессию. Это, видите, Степа еще маленький был на новогоднюю. Я делала одна общая фотография, Степашка маленький и Ромчик. И на старой квартире у нас вот эти фотографии висели тоже в большой комнате. Я вот так делала. Поэтому я купила другую здесь белую подложку. Фотографии я уберу, здесь будут постеры висеть вот таким вот образом. Во-первых, здесь не хватает Веры, ребята уже выросли. И мы решили, что мы лучше сделаем постеры. То есть вот таким вот образом все получается. Тут видите, от того, что они на балконе лежали, вот бумага поехала, но фотографии прекрасны, поэтому мы их поставим. В другое место я их сделаю. Начинаем преображение, и в первую очередь я примеряю шторы, которые заказывала, и решила заказать тюль и портьеры. Вот, показываю старые, которые, знаете, на половинку окна, но я, знаете, я сейчас вот уже по истечению какого-то времени, да, и имея опыт квартиры с карнизами, которые вот эти потолочные, скрытые, обычные. Я отдаю предпочтение обычным карнизам, мне нравятся они больше. Вот если когда-то наступит тот день, когда мы будем заниматься потолком, никаких встроенных вот этих потолочных карнизов я делать не буду, потому что, ну, это не моя история. Вот мне в разы симпатизируют вот обычные, да, вот эти вот на стену, которые крепятся. И муж занимается тем, что собирает люстру. Люстра пришла в небольшой коробке, она была полностью разобрана. Все собрали, вот все он подцепил, все сделал, все работает. И у нас еще тут выключатель, да, который позволяет напополам, то есть включать свет
как, ну, для экономии электричества, я не знаю. В общем, получилось очень классно. Я боялась, что будет коричневый цвет. Нет, оказалось прям в тон. Тут оторвемся от ремонта. Профессор! Ну что ты в очочках такой симпатичненький? Одевай давай. Давай, покажись. Красавчик. Ой, какой красивый мальчик. Ну, ой, забаловались сразу. Ты что, лечишь? Да. Посмотри на маму, пожалуйста. Ой, какой красивый, я прям не могу. Ой, ты красотка, да? Язык-то спрячь. Мама, ау. Я уже полечил. Полечил уже? Мы рассчитывали, что Вера ляжет спать, и спокойно, пока она спит, это примерно 2-2,5 часа, я сделаю какие-то, ну, вот интерьерные вещи, декор приведу в порядок, муж соберет стенку, но нет. Вера 2 дня не спала днем, поэтому делаем так по очереди, то я с ней, то муж с ней, поэтому сейчас была моя очередь заниматься. И покупала вот эти листы, ну, белой бумаги, и положила, ребята на них сели, немножко замяли, но по итогу не видно вот этих заломов, вот, поэтому отрезаю всегда я вот таким образом, я не обвожу ни карандашом, ничего, я прям прикладываю, зажимаю, остается вот этот залом, и по нему я режу, потому что всегда, когда делаю карандашом, если я обвожу, где-то ножницы соскочат, где-то неровно, а здесь уже получается, они вот на этот изгиб встают, эти ножницы, и как по рельсам, знаете, так идут плавно, аккуратно, и получается очень ровно. Картину, сам постер я просто немножечко промазываю клеем, карандашом, именно не ПВА, чуть-чуть буквально. Можно сделать какой-нибудь тонкий двухсторонний скотч, но у меня не было, поэтому я взяла вот клей-карандаш. Если сделать ПВА, то, ну, без помощницы никуда, то поведет бумагу, и бумага, она потом не расправится. А если делать клеем-карандашом, то бумага, она ее, конечно, сначала немножко поведет волнами, а потом она спокойно расправляется в исходное положение. То есть, вот, ну, это уже опытом проб и ошибок я вот знаю точно. Поэтому все закрываю, протираю, и муж мне развешивает вот это все по стенам, поэтому получается просто отлично. Еще раз повторюсь, что не пожалела ни разу, что не стала заказывать какие-то яркие постеры, картинки, да, вот эти вот, что во всю рамку. Хотя рассматривала, было много вариантов, но я планирую потом купить вот такого же плана еще вазу. Я повторю, что я люблю вот эти вот интерьерные интересные решения, поэтому думаю, что будет интересно смотреться. И да, здесь вот видите, на видео видно, что от клея карандаша немножко волна на постере, и мы повесили сначала вот таким образом. Но сейчас уже, когда близко подходим к картине, никаких волн, ничего нет. И в конечном итоге муж мне говорит, ты, наверное, неправильно сделала. Я говорю, нет. И потом посмотрела, да, поменяли местами крайние вот эти вот постеры, и получилось отлично. Занимаемся тем, что освобождаем место, помогают все дети, нет у нас такого, что кто-то не принимает участие. То есть вот Рома протирает, Степа у нас в это время собрал игрушки, которые оказались под комодом. Потом Рома потом будет помогать мне передвигать этот комод на другую стену, пока муж тоже ездил по делам, и мы с ним это сделаем. В общем, все пределы, Вера танцует, все как и положено. Мужчины работают, мы контролируем. Заказывала я всю мебель на Сималенд. Очень долго давно мы присматривали уже к стенкам. Зачем мы купили асфальт? Асфальт зачем купили? Да, то есть мониторила я рынок, смотрела,
в магазинах, и на CMLN, с учетом моей скидки, оказалось, что ну, в 1,5-2 тысячи, плюс еще доставка, да, чтобы подняли в квартиру, и не ждать там, не переживать, что успеет муж, не успеет поднять, вот, в разы дешевле, чем на маркетплейсах, чем просто в магазинах, поэтому... Симоленд, вот мы в этом плане очень мне понравилось, и доставка мне у них тоже очень понравилась. Покажу вам результат первого дня. У нас уже тут все. Вот сюда поставили комод, здесь стол. Но я буду менять местами расположение комода и стола, потому что комод он массивный. И при входе он перетягивает на себя взгляд, он утяжеляет пространство, поэтому вот сюда мы его поместим. И сюда будет рабочий стол. То есть вот таким вот образом. Картины висят, немножко тоже поменяли расположение, так значительно лучше. И люстра. Люстра прекрасна, все вписалось. Плед пока старый, я заказала новый. Скоро приедет. Вот сейчас будем все разбирать, прибирать, заниматься, естественно, организацией. Вот это нижняя часть, боковушки, полку муж все повесит. Папа поехал бабушку встречать. Вот поэтому займемся сейчас этим. И обязательно уборка будет у нас. Все нужно организовать. И мама. А. И папа. Папа поехал бабушку встречать. Бабушка приедет. Ладно. Что, проснулись. Утро у нас еще раннее. Поэтому. Все покупала. И люстру, и стенку. Я заказывала на Симоленд. Сейчас пока по шкафам, ну, внутренности не буду показывать. Покажу вам уже, когда будет все готово. На стене и так далее. Все покажу. Результат. По-моему, получилось вообще даже в разы лучше, чем я предполагала. Отлично все поместилось. Здесь пока стоят фотографии, не в другое место. У нас уйдут рабочий стол, стенка. Конечно, еще очень так прилично и доделывать в плане мелочей каких-то. Это декор. Я хочу вот это вот организовать тоже здесь на полке. Я когда заказывала постеры на стену, нам в подарок положили вот такие правила нашей семьи. Я сначала так скептически отнеслась к этому, думаю, зачем, для чего, куда я их дену. А потом так подумала, думаю, они черные, буквы белые, почему бы и нет, есть акценты. Только единственное, рамку надо другую. Вот видите, как бы докупить свечи в подсвечник. Я здесь планирую тоже декор расставить, но пока... Пока как есть. Что у нас внутри? Тоже, да, сюда перенесла аптечку. Думаю, попробую. У многих аптечки хранятся, ну, в таких центральных комнатах. Все равно мы здесь все всегда собираемся. И дети, когда болеют, здесь они. Поэтому здесь будет удобно. Внизу, естественно, моя полочка с косметикой, со средствами, но, опять же, не хватает какой-то организации, поэтому поставила пока как поставила. Внизу отлично разместились все документы. Здесь у нас все альбомы, которые были. Так, здесь у нас комплекты постельного белья. И ингалятор. Ну, вот так. Пока на данный момент так. Что еще планирую здесь сделать? А, ну, во-первых, люстра, да, как вы видите. Все прекрасно работает. Хотите так, хотите так, хотите вообще вот так.
Поэтому, что сюда еще планирую? Конечно, просится, во-первых, плед. Я уже заказала, но он придет чуть позже. И потом вам покажу в одном из видеороликов. Он сюда тоже отлично впишется, поэтому заказала. Хочу сюда коврик и журнальный стол. Ну, это чуть позднее будет, но будет все равно. Дальше. Здесь у нас комод поменяли местами и рабочий стол. Здесь нужно на рабочий стол. Хочу тоже какую-то зелень поставить, цветы в горшках. И, конечно, будут еще напольные кашпо для таких цветов, как картон, замиакулька, женское счастье. Они, конечно, будут стоять в напольных кашпо, но пока вот так. Дальше. Мой наилюбимейший рыжий карниз стал теперь белым. Мы его обклеили клейкой пленка самоклеящейся, и он прекрасно вписался в интерьер. В общем, вот так вот, девочки, у нас все получилось. Все вроде бы сейчас гармонично. Сейчас приятно заходить в эту комнату, приятно наслаждаться фильмом. Вот это то, о чем я говорила всегда, то, о чем я хотела, это место, которое сейчас притягивает всю семью. Мы все выходные, несмотря на то, что здесь шла такая работа, кипела, собиралась мебель, она развешивалась тут со шторами и так далее и тому подобное. Все здесь были, и это вот кайф. Это такой класс, когда все вместе, все рядом, что-то смотрим, смеемся, обсуждаем. Поэтому замечательно. А постеры тоже вписались прекрасно. Не хотела никаких, был выбор у меня между зелеными, и так как цветы, и получается такими более с крупным рисунком. Но нет, я решила все-таки сделать так, чтобы был контрастный переход от ляпистых цветных обоев, белый фон и уже сама картинка. По-моему, прекрасно получилось. Ну и гармонирует. Я говорила, да, что я хлопок заказала. То есть, ну вот такие мелочи, да. Здесь хочу организовать поднос. Такой, знаете, под мрамор я видела. Будет другая вазочка. Тоже мне очень нравятся необычные фактуры. Здесь будет, так сказать, место для хранения гаджетов. То есть сюда я буду положить свои часы вот эти, да, наручные, украшения, которые я на утро буду одевать. Духи будут у меня здесь стоять. Здесь стена тоже немножко... Я здесь планирую часы такие интерьерные, ну, с функционалом, конечно, которые работают как нужно, а не для красоты. Все, поэтому вот так вот. Начало положено, а мелочи, знаете, все постепенно, постепенно все это сделается. Здесь тоже получился шикарный уголок. Все, шторки задвигаются. Очень жду лета, будем пробовать, потому что летом здесь яркое солнце, и шторы должны спасти. Поэтому вот, наконец-то штатив у меня обрел свое место. В общем, все гармонично, все отлично. Да, двери наши рыжие пока с нами никуда. Ну, я считаю, что прекрасный получился вариант. Спасибо большое за просмотр, за ваши комментарии. Увидимся совсем с вами скоро. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.